Обращаюсь к руководству нашего города, региона, кто имеет эту возможность решать такие вопросы. В стране объявлена мобилизация. Вот мы парни с Омской области, с самого Омска. Нас всех подняли по тревоге, можно сказать. Мы оставили свои семьи дома. У кого-то дети, жены в декрете. У нас такой вопрос. Первое, это будут ли выплаты мобилизованным единовременно в качестве материальной поддержки? Потому что семьи наши очень в этом нуждаются. Кормильцы, грубо говоря, ушли. Завтра в любое время мы можем улететь уже туда, там уже не знаем, что с нами будет. Это первый вопрос, потому что мы знаем, что с других регионов ребятам выплачиваются, все стабильно. Приезжают, поддерживают их главы, там Хакасия, там я знаю, приезжали. Это первый вопрос. Это первый вопрос, то есть это самый важный вопрос. Второй вопрос, это по поводу неурегулировано, да, я знаю, я не один такой. У всех кредиты, ипотеки и так далее. То есть я позвонил в банк, мне сказали, что я должен предоставить, прийти в банк, явиться и написать заявление, либо жена по доверенности. У меня не было на это времени, мне повестка пришла вечером, а с утра я уже должен был явиться в военкомат. То есть этот вопрос тоже должен быть урегулирован. И должны быть предоставлены кредитные каникулы. Хотя бы, чтобы были каникулы. И восписание все. Это хотя бы, я, пацаны, говорю, потому что, да, вот, хотя бы проценты и ежемесячные платежи заморозить. Конечно, мы все надеемся на лучшее. Мы готовы идти, мы же здесь. Поддержите и вы нас, наши семьи. Наш губернатор ничего не решает.